Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это по-прежнему Шепард, и мы с вами в Mass Effect 2. Итак, нам нужно бы поговорить с товарищем-призраком, к которому мы прибыли, но давайте-ка все, как говорится, по порядку. Красивый вид, красивый вид. Джейкоб. Я бы не стал заставлять себя ждать, говорит нам Джейкоб. Ничего, подождет. 2 года он нас восстанавливал. А мы пока что знакомимся со всеми. Призрак ждет в следующей комнате. Угу. Что тут у нас? Ага, изменение брони и внешность. А ну-ка, давайте-ка посмотрим. Броня. Шлема нет. Окей. Грудь. Наплечники. То есть мы можем тут что-то изменить, да? Ну-ка. Материал. Что от этого меняется? Оттенок. Розовенький. Ай-яй-яй-яй-яй. Розовенький Шепард. Ай. Нет, давайте не будем делать его розового. Вот смотри сейчас, какой классный был. Но это тоже чем-то смахивает на розовый. Есть какой-нибудь синий, зеленый? Нет, как-то не очень. А вот, темно-красный. Вау, да. Так, это материал, да? Окей. Оттенок, еще есть оттенок. А, оттенок — это, очевидно, вот эти вставки, да? Мы можем белые сделать? Не, белые некрасиво. Ну все, друзья, мы попали. Короче, зеленый выделяется, конечно, синий, фиолетовый, синий. Не очень. Я понимаю, что это, конечно, совершенно не важно, но... Мне нравится, что это есть, и это можно сделать. Поэтому вот так вот и оставим. Что у нас там еще? Это... А что вниз? Узор! А, узор это... Давай такой оставим. А, еще и цвет узора можно сделать. Я сейчас тут только что мелькнуло что-то, что мне нравилось. Нет. Сейчас мы себе такой тут камуфляж наведем. Не, ну зеленый это слишком, красное с зеленым. Так, вот так, вот так. Угу. Особенно мне нравятся эти ягодичные наплечники. Ягодичные наплечники, как вам? Так. Он же... А со шлемом как мы будем выглядеть? Как-то шлема нет. Вообще, что ли, нету? Наплечники номер 7. О, нет, слушайте, тут он был симпатичнее. А на свету... Дай-ка я выйду на свет. Фу, цвет какой-то этой детской неожиданности. Узор. Ну, подожди, а как мы это сделали? А... Были тут у этого. Вот здесь мы были. Шкафчик.
Так. А внешний вид самого Шепарда, да? Брутальный. Ой, нет, это какой-то это. Ай, ну Шепард и Шепард себе. Единственное, что у него тут какие-то галифе дурацкие. Это какой-то рейдер. Это этот самый гопник. Еще белых носков не хватает и этих. Туфель черных с бахромой. Так, нет, Шепард пускай будет. Вот как есть, так и есть. Так, а вот броня. Давай-ка я сделаю вот этот вот рисунок. Все-таки цвет узора другой. Нет, это какой-то какашечный. Давай просто темный будет вот такой вот. Вот. Ну-ка. Нормально. Ну вот, теперь можно и навстречу идти. Так, где он там? Угу. А здесь у нас что? Мы занимаемся бог знает чем. А, вот так вот к тебе и надо было. Здрасте. Капитан Шепард. Я рассчитывал, что мы встретимся лицом к лицу. Необходимая предосторожность. Она вполне понятна для тех, кто знает то же, что и мы. А, что мы знаем? Так, ну и вы меня не знаете. Шепард, я думаю, что он тебя знает, как облупленного он тебя создал. Ну хотя, что в голове, трудно понять, даже восстановив ее. Возможно, вы вернули меня к жизни, но это еще не повод доверять вам. Сейчас стоит отложить личные чувства. На человечество нависла самая страшная угроза за все время. Жнецы, да, меня радует, что ваша память в полном порядке. Как самочувствие? Нормально. Я смотрю, появилось несколько полезных нововведений. Надеюсь, ничего важного не заменили. Мы старались как можно меньше вмешиваться в ваш организм. Нам нужен был тот же человек, что победил Властелина. У нас война. Никто не хочет признавать этого, но на человечество совершено нападение. Пока вы спали, несколько поколений исчезло целиком. Человеческих колоний. Мы считаем, что это делается по приказу жнецов. Как Саран. Вам довелось иметь дело с гетами, у вас получилось добиться победы. Это лишь одна причина, по которой мы выбрали вас. Так, подожди, а кто ж меня подстрелил? Не вы ли? Так, у вас плохо работает это... Видеть меня будет нелегко. А ну-ка давай-ка поспрашиваем. Мне показалось, что Цербер не воюет. С чего вдруг решили ввязаться? Наша цель — сохранение человечества и его развитие. Он тоже какой-то киборг. Если мы будем ждать решения политиков, можно считать, что человеческой колонии уже не осталось. Хорошо. Он какой-то, ну понятно, видите, там глаза, но то, что он курит, говорит о чем-то другом. Либо он просто таким образом маскируется от человека. Так, почему я? На те средства, что вы вложили в мое воскрешение, можно было нанять целую армию. Вы уникальный, Шепард. Дело не только в ваших навыках или опыте, но в том, что вы из себя представляете. В переломный момент человечество обрело у вас защитника, вы не просто боец, вы символ. И я не знаю, могут ли жнецы бояться, но после того, как один из них пал от вашей руки, им следует вас уважать. Я думаю, им как-то фиолетово. Так, а что за похищение? Властелин пытался устроить жатву во всей галактике. С чего бы жнецам сосредотачиваться на паре человеческих колоний? Сотни тысяч колонистов исчезли. По-моему, это вполне укладывается в понятие жатва. Никто не обращает на это внимания, потому что атаки нерегулярны, и их цели... Так, понятно. Может быть, и привлекли их внимание победы над одним. Может, они искали Шепарда?
Так, что там по поводу Альянса? Если это угроза для человечества, нужно ставить на ноги Альянс. Они понесли значительные потери в бою с пластилином и все еще восстанавливаются. Ресурсов впритык, но они не станут тратить их на... Проще свалить вину на похищение, на наемников, на пиратов. Это и звучит правдоподобнее. Так, я похищение теперь вернуться. Ну, возможно, я вам верю. Если вы говорите правду и за всем этим стоят жнецы, я подумаю о том, чтобы помочь вам. Прими вы предложение... Короче, надо увидеть все своими глазами. Мне на готове челнок, который отвезет вас на путь свободы. Миранда и Джекоб вкратце обрисуют вам положение дел. Вот у меня очень странное до сих пор опять возвращаться к этому выбору. То есть, если я хочу выбрать, вот я, например, хочу сейчас выбрать этот диалог, я потом уже сюда не вернусь. Но как только... Миранда убила Уилсона в холодной крови. Джейкоб просто оружие для найма. Вы ожидаете меня доверять им? Уилсон был одним из моих лучших агентов, но он был трейдером. Миранда сделала exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them, for now. Ну ладно, у меня нет выбора, да? Это добровольная работа, я уже записан добровольцем. У вас всегда есть выбор, Шепард. Если вы не найдете доказательства, которые мы ищем, мы можем расстаться. Но сначала отправляйтесь. Найдите зацепки, кто похищает колонии и что у них с жнецами. Я вернул вас к жизни, остальное ваша задача. Очки навыка, книжник, опыт. Так, подожди, эскейп. Откроем эскейп. Я вообще-то не сюда собиралась идти. А хотя, да, больше-то и некуда. Сюда мы не зайдем. А как они сюда заходят? Героя мы там получили, вижу краем глаза. Ранда? Очевидно, так они сюда заходят. Нам это не грозит. Так, все ясно. Отряд. Чтобы улучшить ваше умение, при помощи очков отряда щелкните новый уровень умения, после чего нажмите кнопку «Приобрести». Под вашим изображением отображаются ваши очки героя-ступника. Чем больше... На-на-на-на-на, это все понятно. А мы ничего и не получили. Так, у нас два очка отряда. Набор адреналина. Это очень странно. Криопатроны. Зажигательные патроны. Дезинтеграторные патроны. Слушайте, а я помню, вы говорили, что можно было выбрать... приобрести ранг. Блин, нет! Отмена. Вы говорили, что можно было стать биотиком или еще этим самым электриком-механиком. Это я не вижу. Давай будем приобретать совершенство в бою, наверное. Что такое напор адреналина? Ускоряет рефлексы, дополнительное время на прицеливание. Боеспособность, обездвиживая противников. Напор адреналина. Ах, вот теперь как у нас. Так, а тут у нас что?
Не, надо совершенство в бою, очевидно, качать. Да, смотрите, как-то все тут у нас по новой. Запас здоровья, герой-отступник. Штурмовая скорость, урон, наносимый вашим оружием и рейтинг. Не, ну надо это качать, и надо, наверное, вот это вот качать. Подожди, а у меня же есть еще одно очко. Или как? Или я не могу его сюда вот уже вложить? Что-то я не понимаю. Не понимает? Или это надо два очка сюда? Тогда все, не будем больше ничего распределять. Ясно. И Миранда. Тебе удалось произвести на призрака впечатление. Мне не терпится выяснить, оправдаешь ли ты его ожидания на следующем задании. Да ладно, спасибо за воскрешение. В этой суете я не успел сказать, как велика моя благодарность. Надеюсь, она того стоила. На той станции умерли многие. Но вообще-то нам правда не надо враждовать, я так думаю. Нам предстоит вместе работать, и личные отношения тут ничего не значат. Шепард, я испытываю глубочайшее уважение к вашим навыкам. Меня беспокоят ваши мотивы. Я верю в цели Цербера, а вашу лояльность могу проверить только со временем. Так, что у нас там по поводу задания? Путь свободы – обычное человеческое поселение в системах Терминус. У них был небольшой охранный отряд из роботов и защитных дронов. Куда ни глянь, ничего особенного, тихая, незаметная колония, вот только эти исчезновения. Ну и что нас там ожидает? Много пустых зданий и одна огромная тайна. И такая прямо вся дерзкая. Так, Миранда, расскажи мне о себе. Сомневаюсь. Здесь моя квалификация. Могу раздавить робота биотической силы, могу отстрелить ему голову со 100 ярдов. А, ты биотик. А где тебя учили? Нет, мы не работали на Альянс. Признак распознал мои способности. Сколько тебе было лет тогда? Достаточно, чтобы понять, насколько мне это нужно. Ну, вообще-то мне хотелось еще чего-то узнать. Я не ищу друзей, Шепард. Сосредоточься на своем задании. Ну и иди. О проекте «Лазер». Расскажешь? Я не командовала проектом, это была задача призрака. Если бы делом занималась я, все было бы немного не так. А, например? Для начала я бы вшила вам какую-нибудь схему управления, но призрак этого не допустил. Он боялся, что это изменит твою личность, твой характер, а он не хотел ни в малейшей степени ограничивать твой потенциал. Вот это то, что я подозревал, собственно говоря, что в меня уже что-то и вшили. Не могу сказать, что я в восторге от идеи воскрешения с контрольным чипом в мозгу. Призрак очень рискует, полагаясь на тебя. Я могу лишь надеяться, что он эту партию выиграет. Ладно. Давай, пока. У нас задание, мы можем поговорить потом. Понятно, мы не настроены на разговор. Так, ну и Джейкоб, естественно, давай с тобой погутарим. Я рад, что призрак убедил тебя присоединиться к нам, капитан. Да дело не в вас, я не вступал в Цербер. Колонистам нужна моя помощь. Я просто хочу выяснить, что случилось с теми пропавшими людьми. Я все еще не доверяю Церберу. Понял? А мне доверяешь? Тебе доверяю. Ты хороший парень, Джейкоб. Ну разве что работаешь не на тех людей. Может быть. Но я думал точно так же, когда был с Альянсом. Именно поэтому я здесь. Да? А что там тебе так это... Так, что ты скажешь про текущее задание? Про колонию? Она называется «Пусть свобода». Больше я не знаю ничего. Думаю, разберемся на месте. А, ты со мной идешь? Хорошо. Так. А расскажи-ка, что ты там в Альянсе делал?
5 лет в общей сложности служил во всей галактике. Даже был корсаром пару лет. Корсаром? Такой корсар. Никогда не слышал о них. Это была программа Альянса. Они нанимали независимых капитанов судов и использовали их в экспедициях, которые выходили за рамки юрисдикции. Формально мы не были частью Альянса. Если бы нас поймали, они бы отрицали. Мы явно были вне всяких организаций и правил, но бюрократической волокиты было достаточно для того, чтобы погубить корабль. В конце концов, мне просто надоело. Понятно. И ты вступил в Цербер. Почему? Наверное, просто устал от этого безразличия. Слишком многое из того, что мы делали для Альянса, кажется бессмысленным. Я думал, после атаки на Цитадель многое изменится. Человечество наконец-то принесли в Совет, привели в Совет, но ничего не изменилось. Политика, бюрократия — тоже дерьмо, просто другие начальники. С Цербером все иначе. Если колонии исчезают, мы не создаем команду для написания отчета о том, что, черт побери, надо делать. Просто идем и делаем. Интересно, а Андерсон-то наш где? А где же наш Андерсон? Черт возьми. Прям сейчас надо ехать в эту колонию, и я бы... Шепард, ты только что одел свой комбинезон, а он у тебя уже какой-то поцарапанный. Ну да ладно, давай, пока. Yes, sir. Так, мы опять получили героя. Слушай, а как-то я, честно говоря, не вижу... Где наши очки-то? Герои, отступника, ничего тут нету. Возможно, я что-то не то делаю. Ну, как бы, ладно. Я так думаю, что если что, вы мне напишите, и если что, не так далеко, и мы все переиграем. Задание выполнено. Так, Шепарду вместе с оперативниками Тейлором и Лоунсон удалось покинуть атакованный комплекс. Окей. Подрыв взрывного устройства полностью уничтожил комплекс. Спасательные отряды не смогли найти никаких улик на месте трагедии. По рекомендации Миранды я провожу проверку в других подразделениях, чтобы удостовериться, что Уилсон был единственным кротом. Несмотря на затраты, проект «Лазарь» можно считать успешным. Шепард снова с нами. У нас есть гранатомет. Скорострельный гранатомет – любимое оружие наемников Ворка из кровавой стаи. Одним удачным выстрелом способен поразить сразу несколько целей. Эффективен против брони, щитов и биотических барьеров. Кредиты, финансирование Цербера и найдено кредиты. Столько-то всего у нас 9. 1525. А, термозаряды охлаждают. Ага, если у вас недостаточно термозарядов. Скоро будем на месте, Шепард. Призрак назначил нас главой операции. Какие будут приказы? Да, друзья, я уже краем глаза видела, что народ писал, что игра требует модов, а именно модов на освещение. И я вижу, что это действительно так, потому что освещение ужасное. Какие приказы? А чё это я глава операции? Вы уверены, что станете работать под моим командованием? Вы воскресили себя из мертвых. Если призрак отдал тебе роль, то и рулит себе. Ясно? Так... Что там у нас с другими колониями? Ничего не нашли. Ни следа, ни трупа. Не было ни единой частички чужого генетического материала. Никаких зацепок. Они просто исчезли, и у нас появилась цель. Почему ты думаешь, что осмотр что-то даст? В других колониях официальное расследование проводилось раньше нашего, и не стоит забывать о мародерах. На сей раз мы надеемся успеть первыми. Возможно, удастся обнаружить какие-то улики, пока остальные не затоптали следы. Так, ну может быть, все-таки выжившие будут. Наша главная задача — поиск выживших. Маловероятно, капитан. В других колониях никого не осталось. Они были абсолютно заброшены. Хорошо бы найти кого-то живого. Это явно лучше, чем погулять по еще одному городу-призраку.
Дополнительное оружие. А ну-ка. Крупнокалиберный пистолет. Хищник. Дробовик. Штурмовая винтовка. Мститель. Снайперская винтовка. И гранатомет. Так. То есть ты с нами? А ну-ка. Джейкоб и Миранда. Давайте-ка посмотрим, что они из себя представляют. Миранда. Она биотик, да? У нее 2 очка. Перегрузка, деформация. Офицер Цербера. Давай тебе вкачаем. А, все, 0, да, перегрузку. Ладно. Так, а что у нас Джейкоб делает? Надо было сначала смотреть, конечно. Так, у него есть притяжение, агент Цербера. Барьер. Давай ему приобретем этот ранг. Так, а что еще? Подожди, я могу бы их снаряжение пойти. А здесь такого у нас сейчас нету, да? Чтобы их снаряжение посмотреть. Ну да, новая игра, новые правила, и, конечно, ко всему этому надо привыкать. Так, хорошо. Это наш корабль, да? Сначала оббегаем все. Осмотрим все. Ой. Так нас портануло-то. Ох, елки. О, ну спасибо. Только я хотела Похоже, все просто поднялись во время обеда, ушли, не попрощавшись. Да уж, побросав просто все. Так, подожди, что здесь прям так вот так и ничего не было? Ладно. А как убрать пистолет? Нет. Не знаю, как убрать пистолет. Та кнопка, которая была в предыдущем Mass Effect, не работает. Ну ладно, будем бегать как дурак с пистолетом. Потому что раз все исчезли, я так думаю, что тут... Странно, нет тел. И конструктивных повреждений никаких нету. Левый, чтобы показать направление цели. Текущего задания. Зачем? А, левый shift. Подожди, левый shift. А, мне надо туда. Ну, понятно. Дело в том, что мы ж не бегаем, как нам указывают. Это было бы совсем грустно, если бы мы бегали по указке.
Так, а вот домик, тут никого. Так, как там было? Это? А, нет. А, нет. Ты так не перепрыгиваешь. Странно. Описали, что перепрыгивает. Ну да, домик. Вон он, даже какие-то окна есть. Но я туда не могу зайти. Окей. Все, все, все. Это что за хрень такая? Стоп. Давайте-ка, ребятки, на него чего-нибудь это употреблять. Уже не можешь, да? Перегрузку на него. Офигеть, нас убили. Критическая ошибка. Задание провалено. Давай загрузим автосохранение. Да, вот эти вот все эти команды и так далее, все понятно, все ясно. И, во-первых, давай-ка мы эту пуколку, которую у нас там, уберем. Потому что это пуколка. Давай, вот. Штурмовая винтовка. Я не знаю, что ты там говоришь. Мне некогда тебя читать. Так. Это так неудобно. Сначала направить, потом применить. Так, понятно, роботов перепрограммировали. Вот можно было, наверное, вот эту штуку сделать. Это как перегрузка, чтобы они швырялись. Но я только сейчас ее заметила. Да перезаряжай давай. Понятно, кто-то перепрограммировал роботов. Ну, кто бы сомневался, что у нас тут будут какие-то эти... так, панацелинчик какой-нибудь. Дайте мне, дайте. О, нет, друзья, слушайте, ну это невозможно. Это что ж со светом такое у нас тут? Это катастрофа. Так, что это? Нацелин, естественно, берем. Так, и... Чтобы обойти, соедините контакты. Да, давай. Ай, нет, нет. Что мы при этом получаем? Кредиты, да? Угу. Ладно. Темнотища. Да-да-да, придется мне действительно что-то искать.
на просторах интернета, как обычно. Ты купишь игру, отдашь за нее бешеные бабки и потом еще должен ее улучшать. А нет, подожди, мы отсюда пришли. Ну, я же мекую. Мне ж некогда следить за тем, куда мы идем. Сюда, да? We've been spotted. Это было кнап. Надо мне как-то это... Трофеи собраны. Я помню эти домики из первой части. Их можно было открывать, находить там кого-то. Ну, очевидно, пока что нет. Стоп, right there! Фроза, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? О, Тали! Put those weapons down. Уберите оружие! Тали, Шепард, ты жив? You're alive? Ха-ха-ха, Тали, Тали. Во-первых, оружие уберите. Тали Зора, ты заслужила на моем корабле. Ты знаешь, что я делаю с теми, кто угрожает мне. Скажи своим, чтоб убрали оружие. Это бред какой-то. Не знаю, почему он работает на Цербер, но это Шепард. У меня, я на них не работаю. И вообще, я делаю это ради людей. Шепард, я знаю прошлого Цербера темное, но он единственная группа, расследующая пропажу людей. Совет отвернулся от людей, а я нет. Тали, не может быть, чтобы ты поверила Церберу. Я никому не верю, Праза. Мы можем... поможем им обыскать окрестности. Там... Один из наших совершал паломничество, его зовут Витор. Мы ищем его. А что Витор тут делает? Не странно, что кварианец посещает отдаленную колонию людей? Кварианцы могут выбирать, куда совершать паломничество. Витору понравилась мысль помогать маленькому поселению. В толпе он всегда нервничал. Она хочет сказать, был в нестабильном состоянии, плюс поврежденный противогаз на скафандре, зараза от открытого воздуха, парень мог. Когда Витор увидел, как мы садимся, он спрятался на складе на дальней окраде города. Мы подозреваем, что он вдобавок приказал роботам стрелять во все, что движется. Ах, так это он тут роботов этих возвел. Нам нужно объединиться. Да, нам нужно объединиться. Он единственный, кто может рассказать, что здесь случилось. Нам надо искать его. Хорошая мысль. Но чтобы пройти мимо роботов, нужны... Так, что мы теперь работаем с Цербером? Ты работаешь на меня. Ты не можешь выполнять приказы. Жди на корабле. Иди к складу через центр колонии. Мы обойдем по дальней стороне, отвлечем на себя часть роботов. А за что ты-то ненавидишь Цербер? Твои соплеменники не любят Цербер. С чего бы это? Цербер убил кварианцев, проник в нашу флотилию и пытался взорвать один из наших кораблей. Я бы не стала трактовать все именно так, там не было ничего личного. О том, кто кого убил, поспорим позже. Сейчас у нас есть дела. Согласна, нам надо вместе спасти Витора. Так, ну конечно, давай, похоже на план. Не забывай держать связь по радио. Удачи, Шепард. Встретимся на той стороне. Почему-то я доверяю Тали, хотя особо нам она такого ничего не сделала. Ну да, мы работали вместе. Так, чего у нас тут? Нет. Только появляется, но ничего я сделать не могу. Водичка, баночки, барокамера. Угу. Машина для попкорна. Окей. Так, мы пришли оттуда и теперь куда? Куда нам надо-то? Ну-ка, как там нам сказали? Правильно, выходите отсюда, нам говорят. Вот. Осторожнее, впереди группа охранных друидов.
были мои. Мои. Да. С одной стороны, ну, конечно, может быть, атмосферненько, друзья, когда оно все не на нашем-то языке толдычит. Где? С другой стороны, откуда он взялся? С этой темнотищи ничего не видно. С другой стороны, я вам скажу, что приходится напрягаться и действительно и слушать, и читать. И что-то можно не понять. Я не знаю, может быть, стоит поставить все-таки русскую озвучку, она наверняка есть. Ну, в общем, посмотрим. А сейчас пошли раскрывать наши любимые сейфики. Так. Ну как? Вот же. Странно это сейчас было. Ладно. Застряли. Охранные роботы, говорите, да? Use overload on them. Так, 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 ну так же нельзя. Перегрузка, давай, перегрузка. Куда ты своей башкой лезешь? Ну-ка. О, блин, капот. Стоп, тихо. Фраза его группа ушла вперед. Я сказала им подождать, но они не послушали. Они хотят найти себе Тора и забрать его с собой, пока тебя здесь нет. Какая-то жесть вообще, честно говоря. Так, ну-ка дайте-ка мне панацелина. И что это у нас тут? Пока ни черта непонятно, как тут что работает, но... Мы на пути. Это катастрофа, подожди. Ну-ка, дайте-ка мне настройки, калибровку. Может, какую-то... Контрастность, яркость, HDR. Как значит HDR не обнаружен? На моей графике карте нету HDR-а? Каким образом? О. Ну вот, честно говоря, яркость тоже не поможет, потому как просто все становится серым. Да, нужен мод. Я видела, что народ писал, что есть моды на освещение. Так что, друзья, ладно, потерпим еще эту серию, потом я, наверное, все-таки поищу что-то, что нам нужно. Так, подожди же ты, Джейкоб. Так, куда нам? Да, а что у нас тут? Тут опять кто-то выскочит. Да? Меня там подпирает сзади. Так, нет, 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 нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Я запуталась. Плохо, что нету общей карты. А это что? Это отсюда мы вышли, да? Ну да. Отсюда мы вышли, пошли сюда. Стоп, 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 стоп.
спрятавшись в укрытии. А где я могу спрятаться? Где у нас тут укрытие? У нас тут нет укрытия. А, вон оно. Понятно. They did want to get to Vito first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Так, и что, куда? Подожди, каких бойцов к отметкам? Так, понятно. Q. On it. Take point, Shepard. We'll cover the door. Yeah. Going to cover. Take cover by the doors. Shepard, you take point. Так, стоп, подожди, я вижу аптечку. Take point, Shepard. Take point, take point. Да, 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 да. Ох, мама мия. Летали, летали, летали. Я ж тебя учил. Блин. Охренеть. Да вы что, издеваетесь? That mech's got heavy armor plating. Those quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Его будет трудно завалить. Нет, подожди. Ну-ка, давай-ка ему перегрузочку. А у него есть щиты, да? Так, стоп, тихо. Этот, во. Да блин, Шепард, что ж ты делаешь-то, придурок? Больше ничего нету. Что вот это такое? Что вот это такое? Что это? Деформация. Давай, деформацию на него. О, май год. Это было все? У нас все живы? Контейнер. Где Тали? Слушай, неужели он ее убил? Сейчас, подожди. Что-то я как-то... Нет, он ее не убил. Она жива. Это она же? Тали? Пока я останусь с ранеными, ты можешь найти Витера. Он, наверное, где-нибудь в задней части отсека. Понятно? Ясно. Давай, это нам тоже не помешает. Нет, раздавили не Тали. Офигеть. Бедные куря... Бедные куряне. А кто у нас тут так это мычит постоянно? Патроны. Я так понимаю, это к этому... Как его? Пулемету нашему. Так. Поехали. Ну, я же нажала вот это. Почему? А, надо, пока оно не прошло. А, время еще между нажатием, между двумя точками проходит. Вот оно в чем дело. Понятно. То есть нельзя нажать одну и ждать.
Ясно, ладно. Ага, это вывалилось из этого иридий. Для разборки этого улучшения вам необходим что? Ай. Так, все, здесь больше нету ничего. Опа. Монстры возвращаются, роботы защитят. Здесь нет роя, надо спрятаться. Нет монстров, нет роя. Нет, 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 нет. А, ну понятно, вот что. Тебя... Витер? Витера нет, не здесь. Роя не найдет. Монстры идут. Надо прятаться. Надо прятаться. Так, ты теперь в безопасности. Больше никто не причинит тебе вреда. Вряд ли он слышит вас, капитан. Правая кнопка мыши. Подожди, я ничего не понимаю. Правая кнопка мыши. Совершить чего? Что это было? Геройский поступок, когда чего-то там. Витор, I'm here to protect you. I won't let the monsters get you. I promise. Давай, как-то на экране появится... А какой значок-то? На каком экране? Какой значок? Не, ну вы издеваетесь. Витор, I'm here to protect you. I won't let the monsters get you. I promise. Значок чего? Монстров, блин! На каком экране? А, с крылышками. Я не вижу значка с крылышками. Подожди, нет, мне это надо понять. Так, еще раз. Можно сделать паузу? Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Какой, на каком экране? Тут 9 экранов. Когда на экране появится соответствующий значок с крылышками? Я не вижу. Витор? Будем. Добьем Витора. Так. Мекс will protect. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. No escape. No hope. Can't hide forever. Ну нету там этого значка с крылышками. Ну или что? Или я совсем тю-тю. I'm here to protect you. I won't let the monsters get you. I promise. Have to hide. Have to hide. Mechs will protect. Swarms coming. Здесь диаграмма, там диаграмма, там сетка, там запись, там еще какая-то хрень. Can't hide forever. Monsters will find you. Swarms will find you. Витор? I'm here to protect you. I won't let the monsters get you. I promise. Have to hide. Have to hide. Mechs will protect. Swarms. Я не знаю, я просто нажала на клавишу. Что там появилось? Что там не появилось? You're human. Вы человек? Где вы спрятались? Как вы сумели скрыться от них? Who didn't find us? Значит, чудовище, Рой, они забрали всех. Но мы не отсюда. Мы только что прилетели. Вы не знаете, вы не видите, а я вижу все. Кажется, это запись охранных камер. Похоже, что за хреновина? Боже, это кажется коллекционер. Что за коллекционер? That's some kind of alien.
Они появились где-то за ретранслятором Омега. Мало кому вообще удавалось их увидеть. Обычно они работают через посредников, например, работорговцев, наемников. Если они как-то связаны со жнецами, возможно, это объяснит, что стало с колонистами. Да, смотри, действительно какой-то рой. У коллекционеров есть мощная технология. У них может быть оружие, способное нейтрализовать сразу целое поселение. Рой ищеек. Никто не спрячется. Ищейки найдут. Заморозят тебя. Потом монстры тебя заберут. Так. Ну-ка, расскажи-ка мне, Витер. Почему тебя не забрали коллекционеры? Рой меня не видел. Монстры не знали, что я здесь. Их беспечным и не назовешь. Может, костюм спрятал его от их сенсоров? Или их технологии засекают только людей, атакованы исключительно людские колонии. Так, ну-ка рассказывай, Рой. Расскажи мне про Рой. Они вас найдут, Рой, ищеек, механические насекомые. Они повсюду, они вас найдут, потом ужалят, заморозят. Кажется, что-то вроде миниатюрных зондов. Находят жертву, обездвиживают их так. Сином или стазом. А что за коллекционеры? Я хочу больше узнать о коллекционерах. О них мало что известно. Они так редки, что многие даже не верят в их существование. А зачем вообще они нападают на колонию людей? Что им надо? А может, призрак сумеет это понять? Ладно, давай, Витер. Потом. Монстры забрали людей на корабль и улетели. Корабль улетел. Но они вернутся за мной. Никто не скроется. Ты очевидно. Да, кажется, капитан больше ничего не скажет. Ладно, спасибо. Ты очень нам помог. Я их изучал, монстры, раи, записывал все на инструментон, много данных, электромагнитных, темная энергия. Эти данные нужно доставить призраку. Берите кварианцы и вызывайте шаттл, пусть нас забирают. Так, по-моему. Что? Витер ранен. Ему нужно лечить, а не допрашивать. Мы не желаем ему вреда. Нам лишь нужно понять, знает ли он что-нибудь еще. Твои соплеменники уже пытаются нас предать. Если мы отдадим его тебе... Фраза был идиотом. Он его бойцы за это заплатили. Пожалуйста, возьми инструментон Виктора и, ну, его оставь мне. Так, иди с нами, Тали. Витер пойдет с Тали. Тали, а с нами ты не пойдешь? Ни к чему забирать Витера и уходить. Мы могли бы сотрудничать, как в старые времена. Мне даже сейчас поверить трудно, что ты жив и работаешь на Цербер. У меня свои цели и своя миссия. Я не могу так просто уйти, даже ради тебя. Ладно, забирай своего Витера. Он травмирован, ему нужен уход врача. Тали отдаст нам инструментон, а Витера заберет на флотилию. Ясно, капитан. Спасибо, Шепард. Понятно, что с твоим мнением считаются, как раньше. Удачи вам. Если я найду что-то полезное, сразу дам знать. Мы готовы, забирайте нас. Мы не готовы, я еще там не осмотрела. Там еще что-то было ценное, наверняка. Наверняка. Так, коллекционеры и Рой. Что-то новенькое. Что-то новенькое. Шепард, отличная работа. Кварианцы передали всю информацию, которую удалось получить от Витера. Ничего нового, но это прямо-таки ветви мира. У нас разные методы, но с результатами не поспоришь. Ты знаешь вообще, что такое дружба, дружочек? Вы никогда не пробовали вести себя по-человечески? Дипломатия хороша, когда она работает, но если все воспринимают себя как угрозу, она только мешает. Но самое главное, нам удалось подтвердить, что похищение делал рук коллекционеров. Похоже, вы не удивлены. А подозрения были, но нужны были доказательства. Коллекционеры умеют хранить свои тайны. Они периодически летают в систему Терминус и собирают всячески бесполезные, на мой взгляд, вещи или образцы живой природы. Обычно они обменивают их. После всех торговых операций они исчезают так же стремительно, как и появляются. Возвращаются куда-то. До сих пор у нас не было свидетельств прямой агрессии со стороны коллекционеров. Ах, так. Интерес к людям откуда у них возник? А что вы от меня скрываете?
Вы что-то скрываете? Откуда вам знать, что тут замешаны жнецы? Среди данных можно обнаружить определенные следы. Советы и Альянс хотят верить в то, что вместе с Властелином умерла угроза жнецов. Я не собираюсь ждать, пока жнецы выйдут на покос. Мы должны с ними сразиться. Я в одиночку не справлюсь. Если это война, то мне понадобится армия или очень хорошая команда. Я уже составил список солдат, ученых, наемников. Вы получите досье лучших. Найти их и добиться их согласия непросто, но вы прирожденный лидер. Я продолжу следить за коллекционерами, сообщу, когда они появятся в следующий раз, будьте наготове. У меня была хорошая команда. Оставьте свой список при себе. Мне нужны те, кому я могу доверять. Те, кто помогал мне... Это было 2 года назад. У них своя жизнь. О, слушайте, я устала читать. Я правда устала читать. Много текста, очень быстро и... ну хорошо, давайте. Меня прежде всего волнует, естественно, Лиара. Где Лиара Тессони? На Илиуме. Мои источники докладывают, что она работает на серого посредника, и если это правда, ей нельзя доверять. Да пошел ты. Так, ну Тали мы знаем вроде как. Что с Гарусом? Он исчез через несколько месяцев после того, как стало известно о вашей смерти. Даже мы не смогли его найти. А молодец, Гарус, молодец. Так, что с Тали мы видели? Что с Эшли? Где Эшли? Она в Альянсе. Думаю, получила повышение. Ее досье, на удивление, сильно засекречено. Так, что с Рексом? Он вернулся на Тучанку и не покидает ее уже больше года. По слухам, пытается объединить кроганские кланы. Тали? Она помогла нам на пути свободы. Это было неожиданно. Прежде чем я смогу на это ответить, мне нужно больше информации. Так, ну вот мы и узнали обо всех. Ладно, понимаю, их не... Как это не найти? Я хочу их найти. Я Спектр. Я смогу убедить совет помочь нам. Если вы думаете, что сможете убедить их, вперед. Но не забывайте, что вас не было довольно долго, многое изменилось. Нет, я все-таки хочу команду свою. Почему? То есть мы узнали обо всех о них? О всех них мы узнали. Давай, подожди, пролистаем. Хорошая команда. Мы узнали о них. И при этом мы говорим, что их не найти. Лиара на Илиуме. Ну, полетели на Илиум. Что за чушь? Короче, иди нафиг. Бесишь. Голубоглазый курильщик. У тебя явно легкие какие-нибудь там эти. Отправляйтесь на Омегу, найдите Морина Соулса. Он блестящий соларианский, неизвестно кто. I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. О, наконец-то хоть кто-то, Джокер. Hey, Commander. Привет, капитан. Как старые добрые времена? You, Джокер, поверить не могу. Смотри-ка, кто здесь? Я же видел вас. Его тоже собрали, что ли? Из вас, капитан, все распалось. Вашу работу похоронил совет. Команда распущена, опечатано все. А, смотри, хромает. Альянс отнял у меня единственное. Ты веришь призраку? Я не верю никому, кто зарабатывает больше меня. Но он не так уж и плох спас вашу жизнь, посадил меня куда-то там. Очевидно, хорошее место. Мне сказали... Нам дали корабль. Корабль — это не Нормандия, но... Похоже, это что-то очень и очень неплохое.
SR2. А блестит, как блестит. It's good to be home, huh, Commander? Хорошо быть дома, да, капитан? Думаю, надо дать имя кораблю. Конечно же, Нормандия! Ху-ху! Я очень-очень рада. Темно, правда? Ну ладно. По-моему, он еще круче. И Джокер с нами. О, друзья, задание выполнено. Итак, новый уровень. Итоги. Подтверждаю, что на путь свободы напали именно коллекционеры. Витер, уцелевший кварианец, вернулся на мигрирующий флот Стали Зоры. Мы постараемся добыть из него, из его инструментрона, максимум полезной информации. Припасы. Ага, это вот то, что мы нашли на этом роботе. Для разработки этого улучшения вам необходим ученый. Улучшение тяжелого оружия. Элементы питания в тяжелом оружии выполнены по устаревшей технологии. Их можно усовершенствовать, добавив современные компоненты и увеличив тем самым количество выстрелов на один элемент питания. Вас ох, Имандес Хайст. Что бы это ни значило. Так, финансирование Цербера. 10 тысяч трампам-пам. Иридий. Ладно. Нашли мы Иридий. Если вы заблудились, вам нужна помощь. По навигации нажмите М. Маркер цели. Мне не нравится, что это Миранда с нами. Она мне вообще не нравится, честно говоря. Где моя Лиара? Ах, ах, старая добрая Нормандия. Не старая. Welcome aboard the new Normandy. Добро пожаловать на борт новой Нормандии, капитан. I've been looking over the dossiers. Я просматривал досье. Рекомендую сначала пригласить Модрина Соуса, флорианского профессора. Мы знаем, что коллекционеры пользуются какой-то технологией обездвиживания. Необходимо разработать способ защиты. Да, давай. Приглашай. Без подобной защиты мы будем беспомощны. Наиболее логично было бы сначала найти профессора Соула. И кто? Я искусственный интеллект Нормандии. Команда предпочитает называть меня Сузи. Вообще-то Джокеру это точно не понравится, что у него еще какая-то Сузи завелась. Но рулевым не нравится, когда кто-то отнимает у них управление кораблем. Джокер будет в ярости. Я не управляю кораблем. У меня электронное вооружение, больше никакой связи с системой корабля нету. Я наблюдаю за происходящим, анализирую, даю советы. Больше ничего. Так, с кем еще стоит повидаться? Нормандия полностью укомплектована личным составом. Все ждут ваших приказов. Приготовления к взлету завершены, капитан. Когда будете готовы, укажите точку назначения на карте и Биц. Я проложу путь. Вы с Джокером должны вернуться на свои посты. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам. А, Джейкобом. Карта галактики. Карта галактики. Карта галактики. Личный терминал. Используйте личный терминал, чтобы получить информацию. Арсенал. Лифт. Каюта капитана. Техническая лаборатория. И куча всяких новых прибамбасов ждет нас
на борту новой Нормандии, друзья. Ну, этим мы с вами, изучением Нормандии и всех этих вот перечисленных вещей, займемся в следующей серии. Я не знаю, может быть, я попробую все-таки. Нет, мне не нравится явно вот каких-то галифе, блин, дурацких. Я понимаю, что это карман у него на ногах, но выглядит ужасно. Вот, я попробую что-то сделать с этой игрой. Возможно, я все-таки поставлю русскую озвучку, потому что на самом деле, признаюсь вам, я мучаюсь, потому что я зачитываю текст, не зачитывать текст. Я знаю, что многим из вас не понравится. Все-таки мы все хотим слушать на русском языке. Если есть русская озвучка к этому эдишену. Вот, и что-то будем делать. Будем думать со светом, что делать. Ну, соответственно, на это мне понадобится немножко времени, а за это время вы мне напишите, как я все неправильно сделала и что вообще надо все перепроходить. Вот, но тем не менее, здесь мы с вами расстанемся. И всем, кто посмотрел эту серию, скажу огромнейшее спасибо, друзья. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.